Великий пост. Святые отцы советуют постящимся. Пост не допускает злопамятства, а собирающие в память огорчение и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку. Преподобный Ефрем Сирин. Если человек постится и имеет гордый помысел о том, что совершает что-то важное, то весь его пост идет на смарку, он растрачивает свои силы зря. Преподобный Паисий Святогорец. Более всего делу молитвы вредит нетерпеливость. Иной сегодня начал молиться, а завтра уже хочет достичь духовных плодов. Такие скорохваты ничего доброго не добьются и могут заболеть гордыней и впасть в отчаяние или прелесть. Но если к терпению приложим время, с постоянством соединим рассудительность, предоставив самому Господу увенчать наши малые, но настойчивые труды благодатью, она не заставит себя ждать. Протоиерей Артемий Владимиров. Что не в меру, то от лукавого, говорили подвижники благочестия. Поститься надо так, чтобы оставались силы на послушание и молитву. Без благословения ни один подвиг не принесет пользы. Именно любовь. Ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного любви к человеку. Святитель Лука, воина Ясенецкий. Началом покаяния является неумозрительное, формальное и в чем-то равнодушное согласие признать совершенные грехи, а отчетливое, сердечное ощущение неправильности своих греховных действий. Главный элемент исповеди – примирение с близкими. Идешь к чаше, первее примирись от тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшт. Так наставляют молитвы к причастию. Опять искушение, часто говорим мы к месту и не к месту. Это выражение стало своего рода дурным присловием православных христиан. Всюду сплошные искушения. Однако настоящее искушение – это экзамен для души, ведущий к покаянию. Это испытание нашей верности и любви. Пока идет пост, мы степенничаем. А как пройдет пост, у нас начинается разрешение на все, и при том в таких широких размерах, что будто никакого ни в чем нет греха. Святитель Феофан Затворник. Время поста есть время обучения подвигу. А теперь началось время самого подвига.